Британская королевская семья пытается реабилитироваться после громкого скандала с герцогами сассекскими. Принц Уильям, принц Вильям и принц Гарри, принц Хэри, прокомментировали последние события. Экстренные меры, которые предприняла Елизавета II, начали приносить результат. Официальные представители Букингемского дворца нарушили молчание и предоставили обращение двух братьев. 37-летний принц Уильям и 35-летний принц Гарри выступили единым фронтом, опровергнув сообщение о вражде между собой. Это хулиганские претензии. Они глубоко заботятся друг о друге, говорится в послании. Представители дворца возмутили последние публикации британских изданий, в которых говорится, что Меган Маркл и принц Гарри решили сложить в себя полномочия из-за издевательского отношения со стороны Кейт Миддлтон и принца Уильяма, которые вытесняли их из королевской семьи. Сыновья принца Чарльза и покойной принцессы Дианы яростно отрицают эти разговоры. Несмотря на явное опровержение, в сегодняшней британской газете появилась сложная история, предполагающая отношения между герцогом Сассекским и герцогом Кембриджским. Для братьев, которые так много занимаются проблемами, связанными с психическим здоровьем, муссирование этих слухов является оскорбительным и потенциально вредным, пояснили от лица Уильяма и Гарри королевские чиновники. Сегодня королева созвала старшего сына и внуков на исторический саммит в Сандрингеме. Елизавета II планирует обсудить с Чарльзом, Уильямом и Гарри будущее королевской семьи, а также новую роль герцогини и герцога Сассекских, сообщает The Sun. Для венценосной особы и наследного принца Чарльза в приоритете задача о полном примирении братьев. Елизавета II прикладывает усилия, чтобы Меган Маркл и принц Гарри сохранили свои позиции в рядах монархии, а в будущем объединили свои усилия с Кейт Миддлтон и принцем Уильямом. В окружении герцогов Сассекских заявили, что больше всех в сложившейся ситуации страдает Гарри. Он убит горем из-за разлада с родными. Меган оставила мужа улаживать конфликт, а сама вернулась в Канаду к маленькому сыну. Миллиардер бесплатно предоставил для нее роскошную виллу в окружении океана и гор.